Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ Avon по 8-му каталогу. Здесь будут пробники новой помады Легенда, все они у меня должны быть, а также новиночки из Фокуса, в общем, все новинки, которые у нас были, практически я включила в этот заказ. Так что, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной до конца. Первое, что вижу в заказе, девчонки, мне положили Нутроэффект матирующий 5 в 1 BB-крем. Но давайте с него и начнем, потому что матирующий крем не BB из этой линейки не понравился, девчонки. Мы с вами тестили его в отдельном видео, я приложу скрин. Нифига он не матирует, от слова вообще. Поэтому я не знаю даже, куда мне его доиспользовать, прям вот не понравился. Так, ну и где тут крем? Слушайте, ну пока вроде не желтый. Пока вроде не желтый. А нет, на коже он желтый, белоснежкам однозначно не подойдет. Я вам сейчас покажу, девчонки, поближе. Разнесу его получше. Ой, даже на моей коже. Мне кажется, вот у меня сейчас на лице тональный крем Нью, да? Самый светлый. Мне кажется, вот это даже темнее. Вот смотрите, девчонки, вот какого он цвета. А здесь я его разнесла, но он все равно виден на коже. Это для загорелой кожи крем однозначно белоснежкам не подойдет. Но он, кстати, по текстуре похож на Нью, но Нью лучше. Он плотней. Вот такой вот цвет. По-моему, по интернет-распродаже заказала пену для ванны из линейки Планета Спа «Безмятежность Прованса». Сейчас достаю ее и смотрю, девчонки, что от нее как будто осадок, что ли. Сейчас попробую вам показать. Вот видите, внизу она как будто прозрачная, как хлопьями, полосками. Это я ее болтанула, она вот лежала, видите? Сболтаешь, вроде ничего. Может, конечно, она такой должна быть. Ну, как бы ничего удивительного, девчонки, пена 18-го года, ей уже 2 года. Вот в Avon я еще такого не встречала. Ну, вроде ничего пахнет. Не знаю, надо попробовать. Но пене 2 года. Насколько я знаю, эта косметика, она у нас имеет обычный срок годности 3. Но имейте в виду, в интернет-распродаже, да, распродают остатки. Остатки со сроком годности не айс. Девчонки, приз за рекомендацию мне пришел. То есть подо мной, не подо мной, под моим координатором зарегистрировался консультант. И это должно быть, сейчас я найду 2 тканевые маски. Вот одну я уже нашла. Нашла маску. Вот такие 2 масочки за рекомендацию у нас шли. И мицеллярная вода очищения. У меня была такая, только недавно закончилась. Достойная мицеллярная вода, хоть и пощипывает глазки, но в принципе хорошая. Маски вот эти для тканевые еще не пробовала. Нутроэффект, активная тканевая маска омоложения и интенсивное увлажнение. Ну, попробуем. Вообще, призы за рекомендацию, мне кажется, были, девчонки, раньше лучше, да? Но это вообще не айс. А следующий, насколько я знаю, приз, там, по-моему, Инканта предлагают как-то 2 средства. Но ничего, зато, девчонки, как говорится, на халяву, да? Попробуем, обязательно оценим, вместе с вами масочку эту сделаем. Так, поехали дальше. Из новиночек, из Фокуса, вот такой вот наборчик Senses. Это у нас полинезийский рай, гибискус и маракуйя, гель для душа. Я вам буду, наверное, говорить коды, да, потому что обычно вы меня об этом просите. Набор «Отпуск на Бали», код 980-66-98. Так, гель для душа, гибискус, маракуйя. Я надеюсь, мне понравится, потому что маракуйю я очень люблю. Классно. Сладенький аромат, девчонки. И цветочки, и маракуйя здесь есть, да. Ой, как здорово. Причем маракуйя раскрывается последний. Классный, классный аромат. Набор по Фокусу крайне бюджетно обошелся. Вообще прям. Так, и теперь у нас кокос и цветок Тиаре, скраб для тела 150 мл. Скрабы для тела я очень люблю. И давайте понюхаем с вами. Он у нас не запечатанный приходит. Что он из себя представляет? Вообще текстура кремовая, плотная кремовая текстура. Очень интересно. Ой, частичек много. Частичек много, сейчас покажу вблизи. Вот как выглядит скраб. Здесь действительно много частичек, они довольно крупные, видите? И такие угловатые. Ну, девчонки, хороший скраб. Нет, он, ну, частички не круглые, они угловатые. Он будет здорово скрабировать. И у кого чувствительная кожа, девчонки, имейте это в виду, что прям вот они скрабируют как надо, от души. Запах. Кокосик с какими-то цветочками. Классный, классный, классный запах. Вообще обалденный просто. Парфюмерная душка очень яркая, насыщенная. И чувствуется кокос. Классный, классный скраб. Прям ароматерапия. Обалдеть. Еще 2 новиночки по Фокусу, девчонки. Это новинки линейки Инью. Первая у нас мицеллярная вода Возрождение с гиалуроновой кислотой и витамином В3. Очень интересно. Просто очень. И второй продукт, девчонки, с наклейкой идет. Получается польский. Здесь по-русски ничего абсолютно нету. Сзади наклеечка. Это у нас гель-желе для умывания. Коды.
гель-желез 134-73-41, мицеллярная вода 134-49-98. Мы с вами обязательно в следующем влоге все это протестируем. Мицеллярная вода вообще ничем не пахнет. Я надеюсь, она будет деликатной и понравится. Мицеллярная вода всегда пригодится, они у меня как раз заканчиваются. А желе, девчонки, приходит тоже незапечатанное. Это гель. Это гель. Тут уже отдушка очень крутая. Пахнет какой-то парфюмерной водичкой, причем эйвонской. Очень классная, прям дорогой аромат на самом деле. Но это гель. Вот это гель, девчонки, гель и гель. При соприкосновении с кожей он начинает немножко вспениваться, смотрите. Да? Вот таким образом. Мы с вами попробуем ему макияж снять и вообще, стоит оно того или нет. Но одушка одна даже, девчонки, стоит. Это такой крутой аромат. Просто капец. Вот даже не знаю, как вам описать. Тут какой-то люксовый туалетной воды. Даже свойства вот никакие не почитаешь, девчонки, потому что все не по-русски. Но будем пробовать, будем пробовать. Умывалочка от Инью должна быть достойной. Мне так кажется. Класс. Закончилось у меня маслице от Avon. Было оно такое, знаете, с зеленой полосочкой. Я решила попробовать именно кератин. Тут тоже наклейка, тоже польская, наверное, версия. Восстанавливающая сыворотка для волос, сила кератина. Девчонки хвалили. Мне кажется, с кератинчиком как-то волос должен поплотнее становиться. И я не брала, надо уж попробовать. Сейчас мы найдем ее код. Так. Вот она, 131-17-21, сила кератина. Они сейчас со скидкой идут, 4 сыворотки, да? Мне очень интересно. Мне нравится их запах, мне нравится, как они работают на волосах. А именно эту я еще не пробовала. В принципе, вот они все одной консистенции. Я прям уже без сывороток Avon не могу, девчонки. Мои волосы не хотят никакой другой уход. И кончики мои оживают тоже только с этой сывороткой. Поэтому люблю и уже много лет беру, еще до того, когда же была в Avon. Я знакомая всегда просила мне вот такую вот сыворотку заказать. Поэтому посмотрим. Сегодня буду мыть голову, потом обязательно воспользуюсь сывороткой. Так, девчонки, погнали дальше. Я взяла себе из линейки Clear Skin два продукта. Хотела сначала Nutrifect опять взять что-нибудь. Но у меня вроде большой запас, и мицеллярный скраб любимый, и пенки H2. Поэтому, думаю, надо попробовать и Clear Skin. Тоже при покупке двух средств срабатывали желтые ценники. Я взяла матирующий крем. Вот такой матирующий, увлажняющий с экстрактами гамомелиса, эвкалипта, сокращение поры блеска, SPF 15. Слушайте, SPF это круто. И второй продукт я взяла тоник против черных точек с белой глиной. Здесь действительно есть осадок, да, видите? И когда мы его взбалтываем, получается, он у нас становится мутный. Тоник, конечно, маленький, здесь 100 мл. Сужает поры, сокращает жирный блеск, удаляет загрязнение, матирует кожу, улучшает цвет лица. Все с вами это попробуем. Сейчас хотя бы по аромату сориентируемся. А то у нас сегодня с вами еще надо все помадки отсвочить. Новиночки. Блин, не могу уже открыть. Все, не откручивается. Ну, спирт, конечно, есть, но не бьет в лицо. Но такие тоники, они всегда со спиртом. Так, и матирующий крем. Я надеюсь, он не как это Nutrifect. Вот такой вот он беленький. Текстура легкая, девчонки. Текстура легкая. Легче, чем Nutrifect, точно. Ну, надо пробовать на коже, надо пробовать на коже. Не скажу, что он мгновенно заматировал мне руку. О, какой аромат странный. Очень странный, девчонки, аромат. Не протухшего крема нет, но странный. Он что-то мне краску для волос напоминает. Аммиак. Да. Не знаю, может быть, так пахнет гамомелис или эвкалипт. Ну да, кстати, эвкалипты нотки чувствуются. Ну ладно, бог с ним. Попробуем, девчонки, с вами посмотрим, матирует или нет. Взяла себе также крем матирующий 50 SPF от Inyu. Вроде его, девчонки, в прошлом году нахваливали, но у меня так в прошлом году руки не дошли. Он приходит заслюдирован и с наклеечкой. Матирующий солнцезащитный крем с SPF 50. Ну, нужно на лето такое средство однозначно. О, здесь внутри прям даже инструкции. Смотрите, какой серьезный продукт. Так, и сейчас по кодам. Девчонки, так, матирующий крем, вот этот Clear Skin 550-28, Inyu 192-86 и тоник Clear Skin 192-57. Ну, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Здесь уже довольно плотная текстура. Ну и прям понятное дело, что он как
Солнцезащитный крем обладает этой плотной текстурой. Запах прикольный. Ну и пока тоже моя рука не заматирована, девчонки, не знаю, будем пробовать с вами на лице. Вроде у него я плохих отзывов. Нет, вот матируется. Матируется даже больше, чем после Clear Skin. Тут еще как-то вот крем ощущается, а здесь уже как будто и впитался быстренько. Будем пробовать. Посмотрим, стоит он того. Так, еще у меня в заказике карандашик для бровей. Коричневый, один тот же у меня постоянно заказывает знакомая в оттенке, девчонки. Dark Brown, и он рыжит. Имейте в виду, вот этот оттеночек для бровей, Dark Brown, это для рыжих девочек. Для рыжих, у кого каштановые волосы, он рыжит. Я уже не буду вам 100 раз его показывать. И остались у нас с вами только пробники. Я заказала все пробники новинки помады Легенда и еще какие-то нюдовые, которые меня заинтересовали, по-моему, матовое превосходство. Так, я сейчас переверну камеру, потому что у меня фронтально немножко искажает цвет. И будем с вами наносить на губы и делать сводчи. Девчонки, кстати, была классная акция на пробники. Там, если берешь 5, скидка, если 10, еще скидка, если 20 и так далее, тоже скидка. Давайте начинать будем с нюдовых оттенков, чтобы потом пигмент, который остается на губках, нам не мешал при их нанесении. Первый оттеночек, девчонки, это у нас Adore Praline. Praline, вот он. И погнали. Он, мне кажется, будет моим любимым среди всех этих оттенков. Я вам потом на руке все сводчи сделаю и в Инстаграм тоже сейчас выложу. Даже в Инстаграм, девчонки, наверное, раньше появится. Это мой оттенок. Вот это cool. Вот уже в следующем каталоге можно заказывать. Классно вообще. Смотрите, вот как она выглядит, стики. По поводу совпадения с каталогом, я бы сказала, он чуть теплее, девчонки, чем в каталоге. Так, смотрите. Вот Praline. И вот в стике. Хотя, ну, похож. Нет, все равно похож, да? В стике прям вот... В стике один в один, я бы сказала. Но чуточку потеплее, да? Вот. Так что здесь совпадение, да. Это мой цвет. Мне понравился, девчонки. Класс. Я рада. Так, следующий оттеночек. А следующий у нас оттеночек иконик. То есть дресс-код. И сейчас... Мы с вами посмотрим. Вот как он выглядит. Тоже какой-то нюдовый. Ой, красивый тоже цвет. Он, знаете, в такой уходит в персик. Господи, вот я почему никогда не беру пробники? Так неудобно. Еще я себя не вижу, снимаю задние камеры и вообще трындец. На что не сделаешь ради искусства, да? Тоже мой оттенок, девчонки. Очень классный. По поводу текстуры, она безумно комфортная на губах. И кто в Avon Faberlic, похож на полуматовую губную помаду Avance. То есть это кремовая текстура, которая додает на губах на ваш полуматовый финиш. Моя самая любимая текстура в помадах. Очень красивый, девчонки, оттенок, просто безумно. И здесь уже у нас полное несовпадение с каталогом. Вот он, дресс-код. Так, я вам видно показываю. И вот она в стике. Она, знаете, какая-то... Я не знаю, нюдово-коралловый подтон, да, в каталоге, а на самом деле здесь такой теплый подтон персиковый. Не похож, не похож, с каталогом не похож, но и мне это нравится. На самом деле вот этот оттенок мне нравится больше, чем тот, который нарисован в каталоге, девчонки. Вот, поэтому, да, цвета не совпадают. Я вот даже нарисовала рядом. Так, погнали, девчонки, дальше. Следующий оттенок помады у нас Inspire, девушка... С персиками. Сейчас попробуем его. Он в стике прям какой-то, девчонки, оранжевый. Чует мое сердце, что он будет выбеливать губы. Это действительно персиковый цвет, девчонки, под загорелое личико. Под яркий наряд. Вон оно как. Нет, я, конечно, такой помадой краситься... Хотя я знаю, мне идет все равно, но я такой помадой краситься не люблю. На фотографии тоже, в принципе, понятно, что он выбеливает, но он гораздо светлее. В жизни и насыщеннее, что ли, светлее. Смотрите. Ну, не совпадает тоже, да? И даже вот взять губы там, они какие-то более оранжевые, да? А у меня слегка есть все-таки розовый подтон. Не очень совпадает, девчонки. И будет выбеливать губы. Следующий.
Ну, дальше у нас остались яркие. И следующий оттенок у нас Five Star. Five Star. Это у нас ловушка для поцелуев, которая у нас в каталоге сиреневая. И я уже вчера на нее видела отзыв. По-моему, она ни хрена не сиреневая. Вот как выглядит стик. Ну нет, она, конечно, сиреневая, но не холодный подтон, девчонки, а теплый, розовый какой-то. У меня есть помада сиреневая с холодным подтоном. Это не то, что нарисовано в каталоге явно. Ну вот, смотрите. Теперь каталог. В каталоге холодный подтон, абсолютно холодный, наихолоднейший. А в стике я бы сказала больше, девчонки, что это какой-то ягодный оттенок. Вот, видите? Холодный, ягодный, ягодный, холодный. Так что здесь тоже не совпадение. Ну, и этот цвет я тоже не ношу. Мне он не очень нравится. Хотя так, смотря подо что. Следующий оттенок, девчонки, вырви глаз. Называется он «Вау». Это у нас «Лолита». Ну, «Лолита» явно преуменьшена в каталоге. Это уже видно сразу. «Лолита» у нас будет сейчас прям «Лолита». Вот как выглядит «Лолита» в стике. И погнали. Ой, капец. Ну, девочки, это вообще, конечно. Я не знаю, подростку, если только такой цвет. Дочери отдать пусть балуются. Вот, девочки мои, Лолита. Каталог. И на губах. Каталог. И стик. Тоже не совпадение полное. Она более нежная в каталоге. Да? Смотрите. А на губах прям вырви глаз. Нет, ну, знаете, в принципе, оттенок яркий, насыщенный, но я такие совсем не люблю. Следующий. Губы уже пигментируются немножко, да, вот про что я говорила, почему начнем с нюдовых. Следующий. Страт. Что это? Страт. Мечта папарацци, девчонки. Мечта папарацци. Вот тут может быть, кстати, и похож. Мечта папарацци выглядит вот так. И на губах. Ой, ну тоже она какая-то розовая, ягодная. Я такие тоже не ношу, девчонки. Ну, может, кому-то надо? Более-менее. Вот такой вот цвет. Так, с каталогом. Мечта папарацци. Ну, не знаю, девчонки, она что ли какая-то более вишневая в каталоге. На губах более малиновая, ягодная. Тут как-то интереснее она. Вот такой цвет я бы еще поносила. Смотрите. Видно? Вот. Нет, она как-то слишком розовит в жизни, а в каталоге она какая-то вот как вишневая, красивый, благородный такой оттенок. Поэтому здесь, конечно, нет, девчонки, нет. Не совпадение тоже. Я чувствую, к концу эксперимента у меня либо губы отвалятся, либо не знаю, что. Кстати, мицеллярная вода возрождения хорошо справляется со своей задачей, по крайней мере, с помадой. Остались два оттенка. Первый Viva Vavavum. Vavavum. Vavavum Moulin Rouge. Классический красный, показан нам в каталоге. Вроде как и в стике. Сейчас посмотрим. Ух. Прям классический. Сейчас я намазюкаю. Все мимо. Ну вот, более-менее ровно. Ну это да, девчонки, это классический красный на самом деле. Здесь, мне кажется, уже совпадение. Вот так он выглядит в каталоге. И вот так выглядит стики. И вот так с этой стороны, да, на губах. Здесь уже похоже, да.
И она не такая глянцевая, девчонки, как в каталоге. Это действительно как полуматовая помада по текстуре. То, что показано в каталоге, прям какой-то глянец на губах, нет, вы сами видите, такого нет. Она отпечатывается, как бы, но мне кажется, она минутки через 2-3 схватится и будет уже действительно как полуматовая. И последний ядреный оттенок, это у нас Red Cup Red. Red Cup Red. Где ты? Криминальное чтиво. Здесь уже красный, такой красно-вишневый, что ли, должен быть, девчонки. Вот как он выглядит в стике. Яркий, яркий, прям такой тоже вырви глаз. У меня же все руки в помаде, все, что можно. Ну вот, вот этот, кстати, неплохой оттенок. Он действительно вишневый. Красивый. Угу. Вот этот красивый оттенок. Вот такой я, девчонки, поносила бы. Очень красивый оттенок. Прям да. Так, Red Cup Red. Криминальное чтиво. Вот он. Чуть-чуть понасыщеннее он в жизни. Да не чуть-чуть. Он поярче, действительно поярче. Вот видите? Ну, красивый, красивый. Из вот этих вот ярких оттенков по благородству, девчонки, наш голос сел. Вот он самый красивый. Итак, у нас остались с вами два оттенка нюдовых помады матовое превосходство. Мы сейчас их с вами попробуем, потом я сделаю вам все свотчи на руке. Первая помадка у нас это Pure Pink. Я уже не буду ее искать в каталоге, потому что это не новинка, да? Мне показалось, что это очень красивый нюд будет. Pure Pink. Да, кстати, красивый нюд. Он действительно уходит в розовый, но он такой нежненький, очень комфортный. Носибельный такой цвет, мне кажется, и брюнеточкам, и блондинкам. Освежающий такой слегка, да, даже есть небольшой коралловый подтон. Я вам тоже сделаю потом сводчик на руке. Классный. Так, и второй Au Naturel. Натурали. Natural. Ой, не убегай. Ой, он какой-то в кирпичный подтон, девчонки, не знаю. Сейчас посмотрим. А, не, ничего. Он слегка-слегка выбеливает губы. Не, неплохой оттеночек. Знаете, такой тоже освежающий, под загорелое лицо, под красивый, правильный макияж. Очень неплохой оттенок. На повседневной основе классный. Классный. Так, ну что, погнали делать полоски красивые на руках. Так, девчонки, погнали. Начиная с нюдовых, с вот этого вот, да? С первого. Озвучиваю оттенки. Первый у нас Adore. Второй – Иконик, дальше третий – Инспир, четвертый – Five Star, пятый – Воу, да, вот этот наш самый ярко-розовый, кто сбился со счета, Воу. Потом шестой – Страт, седьмой – Вава Вум, восьмой – Ред Карлет, и которые вот эти два отдельно – это матовое превосходство. Так, первый – Пинк, который, и второй – Нэчуралс. Вот так. Ой, девчонки, ну, заднимай губы, как минимум должен быть лайк. Потому что они у меня горят. Но ничего вообще. В принципе, все нормально. Мицеллярка комфортная. И несколько оттеночков помады я себе присмотрела. Обязательно в следующем каталоге возьму полноразмерочку какого-нибудь нюдового красивого оттенка. Матовое превосходство, в принципе, тоже ничего. Вот этот вот цвет, да, и первый. В общем, сейчас обязательно опубликую пост в Инстаграм, где фото вот этих оттеночков, всех подпишу. Так что, кто не подписан еще на Инстаграм, проходите, подписывайтесь. Ссылка на регистрацию Faberlic и Avon тоже всегда сейчас под видео. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока!